Ну вот и настал тот день, когда я уже не понимаю, какой день по счету. Вроде недавно был четвертый. Так вот, сегодня у нас план посетить панорамную дорогу Голтек. И также по пути еще одну дорожку, красивую лесную, холмистую, поворотистую. Также сегодня по прогнозу может быть дождь и грозы. Будем стараться ехать аккуратно и не падать на бок, потому что вчера погнули руль, оказывается, слегка от этого падения на месте. Сегодняшняя ночевка прошла вообще в изумительном месте, с таким видом на грозу и на молнии. Очень понравилось. Вообще номера чистые, хозяева приятные. За завтраком разговаривали на немецком с тетушкой. Было интересно. Сегодня классная прохладная погода, приятно очень ехать. Вот-вот и пойдет ливень. Уже все призраки налицо. Вокруг черно, пахнет дождем, еще сверкало. Тут уже реально холодно. Уже руки замерзли. Мне кажется, мы на самый пик сейчас заедем, на перевал. Во. Короче, мы решили облегчить мотоцикл и отослать спальные вещи домой. Грустно, конечно. Ну а что делать? Слишком тяжело. Все быстрее изнашивается. Тяжело проходить повороты. Много проблем. Сумка уже один раз отвалилась. Так, пост-офис. Где-то должен быть. Так, главное тут не завалиться еще. Вот, спокойно, спокойно. Так, так. По идее, я уже привык, но у нас запланированы такие сложные маршруты некоторые, что просто не хочется рисковать из-за 2-3 раз в кемпинге. В общем, взвесив все за и против, пришли к выводу, что таким образом освободится и место в заднем кофре, чтобы можно было гулять по городу, да и что-то туда класть минимальное. В общем, много очень преимуществ. Посмотрим, сколько это будет стоить. Ох, грусти. Может, отсылать? Тебе управлять, тебе решать. Ну реально, настолько стало легче, просто машинка. Старушка, я в печали.
пробивается слеза. Вступаешь. И делай вид, что ты тоже расстроился. В смысле? Проверка эргономичности нового подхода. Есть ли толк пытаться вать? О, да, хорошо идет все. Закрыть можно в городе. Все красиво положить, но все хорошо. Да, тогда мы посуду оставляем, чтобы иногда питаться нормально. Посуду отправить, может, тоже. Отправить? И везде же Австрия. Ладно, цыванка. Ну что, отправили мы эти вещи в Эстонию. Жалко, конечно. Ну что делать? Зато мотоцикл теперь управляется совсем по-другому. Как нульцевый. Тормозит лучше, поворачивает лучше. Думаю, это правильное решение. Так как ехать на нем еще много тысяч километров, а этот баланс сзади абсолютно был не нужен. Только для пару дней, 5 может быть. Но общую картину он может испортить сильно. Уже один раз отвалился, его отвязывать, привязывать. Дождевики не достать вовремя, ничего не положить. Так намного лучше. Сейчас мы едем на панорамную дорогу в Голтек. Она какая-то специальная, там вход даже плавный. Но советую посетить. Накрыло дождем. Не знаю, как эта панорамная дорога теперь выглядит под дождем. Ну чё? Мед варить будем? Короче, написано 8 евро для мотоцикла, а никого нет. И шлагбаум открыт. Как мы поступим? Посмотрели, все пофоткались. Едем обратно. Тут больше 2000 высота. Чувствуется такой свежий воздух. Но сейчас погода хорошая. Тут застава коров. Блокпост. Или гоп-стоп. Спрятались? В этот раз пропустили без вопросов. О, смотри, красиво. Сейчас нам надо заправиться и ехать уже на ночлег. Начинает смеркаться стремительно.
Бесплатная дорога. Я себя в отражении испугался. Там так мелькнуло, как будто бы машина слева. Вообще. О, вот эта дорога. Красота. Едем в свою комнату. Сегодня забронировали через Airbnb. Ну и вот. Место находится где-то за горами. Так что мы добираемся. Уже вечереет, мы очень хотели поесть супа. Поели супа. Сегодня мы уже проезжали через этот городочек Креузен. Но он не был таким таинственным. Но очень таинственный. Ух. Смеркается. Всяких баек про призраков. А нам ехать еще 42 километра по таким лесам. Ночные коровы. С ними лучше не шутить. Притаились в кустах. Ожидают момента. Ё-моё. Всегда мечтал покататься так.